Всем привет, вас приветствует игровой канал Сын Геймер. Меня зовут Пашок, продолжаем проходить Call of Duty 2. Наконец-то я решился ее записать. Так, бой за Пенди Хок. Довольно-таки сложная миссия, может быть, я здесь даже и умру. Ну, едем, короче, на гору. Вон ее уже стало виднеть. Так, сядем, давайте. Не повезло чуваку. Так, давай, сейчас побежим. Побежали. Прыгаем. Ах ты. Ну, так всегда. Ну, здесь можно полюбоваться, как кого-то убивают. Выбегают горящие. Сейчас чувак вообще классно воит. Смотрим. Отдыхающий. Вот доктор нас сейчас так что-то там орёт. Мы в оглушке, короче. Но наш корабль взорвали. Вон тоже доктор несет кого-то. А вон то, что осталось от нашего корабля. Не донес. Да-да-да. Да, чувак, нормально, спасибо. Сразу вот здесь можно винтовочку взять. Можно подождать, пока вот этот сдохнет. Ну или его самим убить, но я понял, как ты это делал. Так, сейчас вот здесь вот этого сливаем, ну и все. Можно сразу, в принципе, идти подниматься, не терять время, а можно повалить и отстреляться. Так, что у нас Томпсон, окей, идем. Ну-ка. Два человека, окей, полно уже парней. Сожалею вот этим чувакам. Повезло чувакам. Он жизнь вообще валяется. Да, давай, пойдем. Окей, залезли. Надеюсь, нас с пушками надурили. Так, здесь сразу в окоп надо лучше прыгать. Вот фашист так сейчас что-то подлагивает. Вот все. Привет. Ой. Окей, чувак, куда побежал? Стой. Так, что здесь есть еще кто-нибудь? Ну, здесь больше никого нет. Так, сейчас мы быстренько перебежим в окопчик. Ой, все, сажусь. Ой, это наш. Оп, так, снайпер, сейчас ты не прикатишься. На! Ах ты, на! Так, быстренько сейчас перебегаем, отлично. Так, здесь еще один здесь сидит. А, вот ты. За. Все, теперь ты точно готов. Ну вот так можно быстро до сюда дойти, по моему варианту. Также можно бежать по лоб, по окопам, там по этим, как ее прятаться. От взрывов, от по ямам. Да сдохни ты. Так, ну пока не буду, наверное, шмастер брать, Томпсон норм тоже. Вот, 6 еще. Ну, я никого не убил. Так, получи давай. На. Окей, последний. Также, если вот сюда вот пройти, сейчас здесь выбежит фашисты, хотя там дверь закрыта. Дверь закрыта. Наконец-то. Вон уже наши, минное поле, ничего такого. Оп, чувак, сейчас я тебя попал.
Все, огневая задача выполнена. Пошлите вперед. О! Да, пошли. Чё это? Знаете, вам тоже гранат. Суперский трактор. Могу я залезть в него? Нет, ну окей, погнали. Здесь тоже можно как ее повоевать, а можно сразу идти вперед. Тут я, может, в этой миссии умру. Вот, например, сейчас. Да. Только что накаркал сам себя. Но я не буду перезапускать, потому что довольно-таки сложная и долгая миссия. Все из-за этих смертей. Так, вот здесь вот эта крыса меня слила. О! Посади. От души, братан. Вали, пожалуйста. Ты что ж ты гранат свои кидаешь? Черт возьми. Уже никто не сел. Ну, уже кто сел? Окей. ФПС проседает на каждом шагу. Здесь еще пулемет не стоит, но здесь тоже фашисты бегают. Нужно кидать гранат. Так, давай, пошли, пошли. Не будем время терять. Умри. О, здесь пул. Нормально. Блин. Так, сейчас мы здесь обойдем БТРочку. Ой, броневик. Сейчас нам надо придется взорвать, ну не взорвать, что-то там типа отключить, ну нет, как там что-то пушкам, короче, сделать, которое они подменили на горе. Сейчас мы с чуваком. Я уже быстрее тебя бегу. КВП какой-то установить. Так, давай, вот эта сторона моя. Вот эту штуку, короче, жать надо, чтобы мы не поднять вот эту фигню, чтобы она не поднималась. Как бы рукоятку жать. Чтобы, короче, пушка стала негодной, что-то типа этого. Но я бой потом все-таки можно сделать. Сейчас мы быстренько заминируем всех. Все отлично. Сейчас надо будет вернуться на гору и почистить бункер, что-то типа обчистить бункер, ну... Более довольно-таки большая миссия, минут на 15, наверное. И их еще здесь три. Еще одна, то есть на этой горе. И еще какая-то тоже одна там есть миссия.
пошли уже. Нате, вон банчи торчит. Вот тоже классная пушка, из чего наш мужик стрелял, вот. Нормально такая. Ну все, ты сдох, пойдем. Да. Здесь можно сильно не задерживаться, здесь ложки. Можно быстренько всех поделить. Так, вот здесь побегут, вот здесь красные бегут. Ну здесь нам пулемет специально для этого поставили. Получить по щам, так, гранату. Окей. А, я могу идти спокойно. А, уже наш там прошли. Да что ж ты, ПС не проседает, то 30, то 8. Так, вот здесь шкаляр, которого уже нету. Все, пошли уже. Так, 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 так. Вот, все. Можно взять эту пушечку. Отсюда довольно-таки винтовка БАР. Довольно-таки хорошая автомат. Еще надо зачистить бункер, может меня даже здесь и убьют. Потому что когда я записывал третий раз, меня как раз-то здесь такие слили. Давай ставим. Томпсон можно взять. Ну что ты там? А, надо подойти. Вот это, кстати, вообще сильно рванет сейчас. Но если, конечно, там стоять, то нас бы убило. Здесь сразу желательно вот садить какие-нибудь окопы и стрелять этого террориста. Потому что здесь еще оббамбливает и иногда может даже задеть. И вот так же они закидывают нас гранатами. Так, сейчас мы быстренько дойдем до сюда. Также можно не всех валить этим, как ее, фашистов, можно только защищать бункер и бежать вперед. Что ж ты? Мне повезло. Я тоже никогда не смотрю на сколько у меня патрона остается. Вон, фашисты. Своими пушками настоящими. Но, кстати, издалека выглядит как настоящая. Да-да-да-да. Так, давай. О, уже нас здесь захватывает. Так, давай. Тук. Она кончается. Думаю, успею. Уже нет. Все, остался последний бункер, который находится там в конце. Потом в конце этой битвы мы там будем отстреливаться. Все довольно-таки сложно попасть. Ой. Ой. Как он так стреляет-то? Это, кстати, скриптованный чувак. Вот на этом расстоянии будет стрелять. Но если делать вот так, то не будет, конечно. Пошлите. Уходим сюда. Здесь видим говнодарей. Сразу их льем.
не сюда. А, ну а что пришел? Ну вот это тоже желательно зачистить, нам вот сюда вот. Ну это можно обойти и здесь его. Так, вот здесь два. Два, как их назвать. Два типа каких-то там тоже главных. Все, миссия выполнена. Сейчас надо защитить поинт Дюхок. Ну что, надо там к мужику подойти, который там что-то по рации базарит. Так, сейчас я, наверное, когда буду записывать вторую миссию. Так, а чё? Хром выключу. Чё, я ж все сделал. Защитить поинт Дюхок. Или там надо продержаться? Вроде все же. Нет? Ну ладно, пойдемте. А, вот все. Ствол взяла, кто-то разговаривает. Победа. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за